мне бы, например, было желание немножечко объяснить, что джаз в Беларуси зародился в 90-х годах еще, и даже еще раньше. Одним из ведущих человек, который стал наш оркестр вести вперед, это был Эдик Нач Рознер. Это был музыкант, который знает весь мир. К сожалению, не получилось у него жизнь в Советском Союзе, но музыка его живет и будет жить. Я хочу, чтобы ее знали. Мы проводим каждый год джазовый фестиваль с Минским горисполкомом и гордимся, что с ним проводим такой фестиваль. Уже провели 38 фестивалей. Планируем провести и новый фестиваль. Но для этого необходимо новое. Я не очень мешаю, чтобы, когда я разговариваю, я хотел, чтобы вы не разговаривали со мной, с микрофоном. Договорились? Спасибо большое. Что ты сказал? Продолжайте. Уважаемые коллеги, я вас поздравляю, что у вас прекрасная площадка, прекрасный воздух, изумительный воздух. Я бы хотел, чтобы еще было больше напитков у вас здесь, чтобы люди могли попить хорошей воды и получить наслаждение. А сейчас мы исполним несколько произведений, которые я бы хотел, чтобы вам стали непонятны. Я на сцену приглашу дирижера, который, вот я скоро закончу работу, он скоро начнет работу, и я хочу, чтобы у него все сопутствовало, всем работе ее. Удача, успех. Олег, пожалуйста. Олег Шаповалов. Он недавно приехал в Беларусь, я еще привел в Беларусь, и мне нравится, как он работает, и я хочу, чтобы это так нравилось ему. Пожалуйста. Ну, выбрал белорусскую пьесу. Тяше вода в Яру. Пожалуйста.